вот мы добрались, с горем пополам развернулись в этом месте. Нашли себе небольшое место для стоянки отдыха. Дорога очень узкая, разъехаться со встречным транспортом практически невозможно. Вот такой у нас тут творческий беспорядок. Полевая кухня во всей ее красе. Все, всем, кто собирается кушать или кушает, желаю приятного аппетита и чаепития. Вот такой вот, ребята, красивый лес. Смешанный, елово-сосновый. Какие-то кусты, березы еще. Снимать очень тяжело. Никуда не сойти, снег очень пухлый. Еще усложняет съемки яркое солнце, которое от снега отсвечивает, поэтому против солнца снимать просто нереально. Ребята, кто-то бегал, след такой прям, тропка звериная. Не знаю, честно говоря, чьи следы, но 100% могу сказать, что ни медведя, ни волка. Может, лисица какая-нибудь или заяц. А тут следы резко обрываются, дорогу почистили, в человеческий рост снега здесь. Вон нору нашел чью-то, следы прям туда идут. Туда мне не добраться, снег проваливается. Попробую снежками покидать. Может, кто вылезет? А может, не вылезет. Не, ребята, бесполезно. Только что проехал тракторишка, за ним следом Нива. Едут в сторону села, которое в этом году оказалось из-за снега закрыто. В общем, перед ними уехал туда Урал, солярск с горючим и УАЗик с лекарствами. Уже который день пробиваются к этому селу. Снега в человеческий рост нападало. В этом году люди там оказались просто заперты. Сейчас только два снегохода промчались туда. И самое интересное, в Ниве мужичок останавливается, опускает стекло, увидел штатив. И давай расспрашивать, кто и откуда, чем занимаюсь.
Я говорю, снимаю фильмы, отдыхаю, воздухом дышу. Он говорит, сейчас будет следом ехать Аким. Повыше там какой-то. Ты, говорит, камеру убери, чтобы обыска никакого, ничего не было, не докопались. Короче говоря, судя по всему, Аким туда к людям один едет, второй убедиться, что с ними все хорошо, оказать помощь и содействие. Ну а мы будем прятаться, чтобы нас не сгребли вместе с камерой. Пришло время собираться в обратный путь, начало холодать. Будем выдвигаться, если что будет интересное по дороге, остановлюсь, обязательно сниму. Вот по такой красивой дорожке возвращаемся обратно. Снега, если стоять на дороге, то с человеческий рост. Вот эта шапка сбоку, справа и слева, она до головы достает. Снега очень много. Короче, ребята, сегодня в лесу движняк. Проехала только что служебная машина. Следом внедорожник с прицепом. За ним скорая помощь. В общем, сегодня день сельской местности. Все, мы почти выехали уже на основную дорогу. Осталось проехать километров 15-20 и будет уже асфальт. А там полтора часа до города. Ну все, всем удачи! До новых встреч, уже теперь точно. Пока.